Жми на колокольчик и на подписку на канал, чтобы не пропускать новые серии. Черт, я же тут застрял. Эй, ты чё, братан, шумишь так громко? А ты кто? А на кого я похож? Я не знаю. Ну, взгляни на обувь. Взгляни на уши. Ну, может, эльф? Да, гений, эльф. Ты как не похож на эльфа. Эльфы типа счастливые, радостные. Радостные? Чё? Ты знаешь, сколько часов я в день работаю? Нет. 28. Но это же херня какая-то. Конечно. Я не понял. Знаешь, сколько он мне платит? Не, я не Вообще знаю. Вообще ничего, братан. Он мне леденцами платит. 8 леденцов в час. Не может быть все так плохо. Вы там весело поете, ты носишь этот классный костюм. Мне яйца в нем обледенели. Потрогай. Не, бро, не трогай. Меня костюм уже не стиран десятки лет. Ладно, слушай, это был твой личный выбор. Это ты смотри на меня так решил? Ну, тебя, по крайней мере, не бросит девушка из какого-нибудь ютубера. Ты давно был с девушкой? Да, знаешь, с кем последний раз занимался любовью? Вон с тем оленем. Бро, у тебя не самый дешевый телефон на столе. А знаешь, что сделать телефон? Ну кто? Не знаю, кто-нибудь из Китая. Ну ладно, тут ты прав. Они что угодно соберут. Окей, окей, тут ты попал в точку, бро, но мной быть нелегко. Ладно, мужик, я просто хочу выбраться отсюда. Я просто хочу выбраться. Ты уверен, что хочешь уйти? Да, пожалуйста, я не хочу проблем. Клавиши. Что клавиши? Клавиши. И что мне с этим делать? Сыграй на клавишах. Сыграть? Да. Не! Может, сыграть что-нибудь нормальное, типа тупака или биги? Я не знаю, как играть тупака или биги, чувак. Заценёт. Ты слышишь? Да, этот звон для тебя. Но ты можешь остаться, почилить тут, типа. Мне надо идти. Ты забей, типа. Окей, спасибо за помощь. Слушай, ну могли бы друзья. Конечно. Не удачи, бро. Ладно. Удачи. Ладно. Кидала. Там на экране будет плейлист, где ты сможешь посмотреть другие серии с этим чуваком. А перевел, озвучил виски. Ага.